А мечи Максим Фукс и Ольга Лагодная везут золото с чемпионата мира по ММА. Спортсмены одержали победу на состязаниях в Абу-Даби. Они проходили с 24 по 29 января. Организатор – Международная федерация смешанных боевых искусств. Омскую область представляли бойцы клуба «Ермак». Максим Фукс стал сильнейшим в категории до 70 килограммов. В финальном бою одолел Бехруза Хуршидзода из Таджикистана. Чемпионом среди женщин стала 42-летняя Ольга Лагодная. Она выиграла у 21-летней соперницы из Казахстана. Амичка стала самой возрастной чемпионкой на этих состязаниях. Во время турнира у сына Ольги был день рождения. Ему она посвятила промежуточную победу над шведкой Ирсой Сандин. Отметим, наследник пошел по стопам матери и тоже занимается боевыми искусствами.